Всем привет, с вами Аурум, и сегодня мы будем говорить о донате в игре Clash of Clans. Точнее, буквально о некоторых вещах, которые происходили в текущем сезоне. Ну, первое, с чего бы хотелось начать, это очень распространенный вопрос у меня в личке или в комментариях к моим видосам. Это что же происходит в топ-клане, в клане номер один в мире, да? Вот видим клан с Арабских Эмиратов. И он топ-клан, да, то есть это топ-клан, это никакой не донатерский клан абсолютно. Сюда не пускают людей ради того, чтобы они взяли войска и вышли. Нет, сюда никого так не пускают. И мы видим в самом низу с руководителя клана под ником Дабос, у которого надоначено почти 300 тысяч войск за сезон. Я снимаю видео буквально в последний день сезона, поэтому можно с уверенностью сказать, что там 300 тысяч он задонатит за сезон. А, ребят, если посмотреть на полученного у всех его сокланов, то мы видим, что 300 тысяч здесь и рядом нет, потому что, если я не ошибаюсь, ни у кого и 2000 полученного нету. И вот многих мучает вопрос, как же так-то? На самом деле все очень просто, но опять же хочу отметить, что это клан, топ-1 клан мира. Это никакой не донатерский клан, здесь не сидят люди ради того, чтобы набивать себе уровень. Тем более мы можем заметить, что у всех остальных пожертвовано тоже очень мало. То есть они как получили воинов мало, так и пожертвовали очень мало. И вопрос в чем, ну, за исключением тут несколько людишек, в чем заключается вопрос? Как же так? Войск, кто же брал войска, да? Вот, ну, на самом деле ответ очень прост. Мы видим, что здесь куча новичков. То есть, что они делают? Они сидят в клане, берут донат. Когда отметка доната приближается к 2000, полученного я имею в виду, они выходят с клана. И потом обратно заходят. Таким образом, счетчик у них обнуляется, а у игрока под ником Дабос он остается прежним и растет. Зачем это делают? Ну, это такая реально банальщина, потому что как же это сказать, чтобы не матернуться? Короче, они понтуются таким образом, развлекаются, издеваются, ну, называйте как хотите. Потому что клан номер один, он всегда под пристальным вниманием общественности, то есть игроков, которые, ну, интересуются, что происходит внутри Clash of Clans, интересуются топами. Таким образом, вот такие ротозеи, как я, как вы, заходим в этот клан и видим, что за херня? У этого чувака такое количество, огромное доната, а в итоге его сокланы войск практически не просили. Но опять же, я ловлю себя на мысли, что клан не донатерский. То есть сюда не пускают левых людей, чтобы они получили войска и вышли. Как же это возможно? Вот именно для того, чтобы мы задавались этим вопросом, вот именно для этого сокланы этого клана так и делают. Ну и, конечно, стоит обратить внимание на лигу вот этих трех пацанов нижних. То есть мы видим кристалл и вообще видим серебро в этом клане. То есть эти аккаунты специально созданы здесь для доната. Каким образом они донатят, можно только догадываться. Ну, я думаю, в общем-то, вы и сами поняли. Но 300 тысяч доната за сезон для одного игрока в клане, топовом клане, это довольно неплохо, потому что здесь нету такой текучки кадров. Потому что люди сюда, как я 10-й раз повторяю, люди сюда просто так не заходят и не выходят, да, то есть здесь плюс-минус одинаковые персонажи сидят. Поэтому 300 тысяч это, в принципе, не кисло. Ну, еще один нюанс, который я хотел бы здесь, так как я уже записываю именно видео о донате за текущий сезон, то хотел бы вам показать клан RecQ&Go. Интересность этого клана заключается в том, что в этом сезоне в клане поставлен абсолютный мировой рекорд. Чувак под ником, может, девушка Саманта, задонатил или задонатила 1 111 111. Короче, 7 единиц, да, мы видим, что за сезон был поставлен абсолютный мировой рекорд, и он составляет 1 миллион доната. Точнее, 1 111 111, это даже сложно произносить.
Вот, до этого, конечно же, не было ничего подобного. Я снимал когда-то, где-то полгода назад, когда сезон еще длился 2 недели, я снимал видео, в котором, я уже не помню, там что-то 10 миллионов задонатили 3 или 4 клана за 2 недели. Ну, когда здесь один человек, один игрок задонатил такое количество войск, ну, это просто впечатляет. Я знаю, что об этом уже снимали, но я не мог не уделить этому минутку внимания, потому что многие из моих подписчиков, наверное, этого не знали, но это просто трэш какой-то, это очень много. Но опять же, ребят, если возвращаться к основному посылу моего видео, то в донатерском клане, а RQ and Go является именно донатерским кланом, в который пускают людей сугубо для того, чтобы они запросили войска и потом вышли. Вот, то в донатерском клане у одного человека 1 111 000, а у обычного, точнее, ну вот, у топ-клана, в который так людей не пускают, там у чувака 300 тысяч, то есть всего лишь в 3 раза меньше, то есть там основной цели донат не стоит, по сути. Вот, поэтому нужно просто удивляться этим донатерам, что они творят. Вот, опять же, удивляюсь тем людям, которые в игре, в которой вроде бы все ясно, бери, атакуй, побеждай, да, они находят еще другие развлечения. Кто-то себе уровень набивает, ставит мировые рекорды, видим, что 311 уровень, как ни странно, да. Вот, а другие люди просто находятся в топ-клане, вот давайте еще раз к нему вернемся. Они просто находятся в топ-1 клане и таким вот образом тупо издеваются над всеми окружающими такими цифрами, чтобы люди задавались вопросом, как же так и с какой целью. Опять же, может, здесь есть другие какие-то причины, но я их не нахожу, потому что это происходит уже не первый сезон, это происходит реально регулярно. И, ну, это что-то из родни, знаете, был клан, или точнее даже есть, снайпера, и там у главы клана постоянно апался ТХ-7 на ТХ-8. То есть чувак что делал? Он ставил себе на ап ТХ-8, находясь на ТХ-7, и потом буквально за день отменял постройку и ставил еще раз. Таким образом, у него там полгода или год апался ТХ-8. Ну, в принципе, ничего такого, вот такой фетиш у чувака. Вот ему было так прикольно поиздеваться над окружающими, что у него вечный ап на ТХ-8. Поэтому кто чем только не страдает, кто чем только не забавляется, вот такие интересные вещи в игре Clash of Clans. А с вами был Аурум, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Удачки!